А ты как думал, блядь? Не знаю, я поспорю. Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Приветствую вас на моем канале. С рыбалки на зимней, на Амуре. Первая в этом году погодка шепчет. Там еще лед идет. Даже не идет, а просто вода жидкая. Это вот проточка здесь маленько подмерзла. Приехали испытать новые хапушки. Приобрел. Поставил вот. Сами хапушки покажу вам. Дома уже здесь снимать не очень удобно. Видите, что творится. Только почистил лунку, и тут же забивает. Как рыбалка пойдет, не знаем. Ну вот, задолбились. Посмотрим, будет что или нет. А палочки эти притопил маленечко. Да стоял и шелохнуться. Дубак конкретный. Ну все. Смотрите. Ну, машины стоят, а народ убегает. Там народ, там народ. Ну, а вам тут ничего не видно. Максимальная видимость. Ну, короче, люди маленько идут, но и обратно тоже народ много идет. С утра, буквально час назад, гулял с собакой возле дома. Не было ни ветра, ни снега. Вот такая вот погода у нас. Думал, все будет хорошо. Ну, первая рыбалка, как всегда, говорит, знаете, говорит, первый блин комом. О, видите, пока я с вами разговаривал, что приключилось с лункой. Занесло моментально. А, если рыбка будет, покажу. А пока вы поняли, да, представление имеете. В каких условиях мы сегодня рыбачим. Вот моя рыбка. Положил на место. Вот такие дела. Ну все, народ. Пока прервусь, холодно. Если что-то будет, покажу. А если нет, значит, вернусь домой, покажу вам свои новые хапушки. Похвастаюсь. Не переключайтесь. Что-нибудь будет все равно. Вчера рыбку ловили, сазана вчера ловили, еще коня ловили. Может, поймал, карасика маленького. Может, нам что повезет. Сойдем. Ладно, ребят. Отключаюсь. Народ. Короче, погодка портится. Улучшается. Народ разбегается. Мы тоже через сваливание. Невозможно рыбачить. Рыба не клюется ни у кого. Там народ стоит, тоже тишина. Разбегается всех. Очень холодно. И ладно бы холодно, одеться потеплее, ничего страшного. Но закрывает это таким салом лук, видите, загородку уже сделал. Не видно абсолютно поклевку, невозможно. Сейчас снимаемся и едем домой. Ну а домой приеду, покажу вам свои новые хапушки. Может, будет полезно. Захотите сделать. Ну, самое главное, сезон зимней рыбалки я открыл. Будем рыбачить, рыбачу. Уверен, просто сегодня погодка чуть-чуть подвела. Ну, погоды нет, плохой погоды, да, природы. Здесь не важно. Рыба, как всегда, ловится вчера и завтра. Вчера ловилась. Сегодня, видите, я приехал, уже не ловится. Тут вообще все забило, не видно поплавка. Очень надо сниматься. Валить. Вот, друзья, пришли мы домой с рыбалочки, которая сегодня была не очень удачная. Ну, ничего страшного, только начало. Покажу вам свои новые хапушки. Вот, смотрите, как она сделана. Мне там на почту задавали вопросы, показать, собственно, почему я вам ее показываю. Как крепятся вот эти вот косынки. Вот к этому верхнему поплавку. Он может быть такой, может быть на проволочной каркасе. Это вот новая хапушка, видите. Никак он не крепится. Косынки вот эти вот. Оставляются две ячейки. И они просто привязываются вот здесь вот к основной леске, над которой посередине идет. И два очка последних. Вот они ходят свободно, абсолютно. Косынка продетая. Край вот здесь. Когда мы ее тянем, она стягивается. Когда она стоит в воде в натянутом состоянии, вот так, то фиксируем поклевку за счет того, что начинает клевать вот эти вот стропы. В предыдущих видео говорю, там товарищ делает, который он делает их отдельно. Поклевки видно не будет. Вот, надо делать вот так, чтобы вот она была на стропе натянутая. Вот, видите, складывается. Тык, и наверху мы фиксируем
поклевочку вот этой балберы. Она у нас клюет просто как клев, обыкновенная удочка. Это не самоволная снасть, на нее нужно сидеть и караулить рыбу. Когда клюет, успеть подбежать и вытащить ее. Ну а при вытаскивании она складывается вот таким образом. Видите? Кто-то может будет делать. Вот. Все, рыба попадает в мешок вот в этот вот и фиксируется здесь. Вытаскиваем ее. Она у нас попадается. Все, она сложилась. Рыба вот в этих мешках остается. Смотрите. Оп, сейчас другую ловушку возьму. Ребят, делал не я, купил. Честно говорю. Умею делать. На канале кто недавно подписался, не знает, еще есть видео. Я вам оставлю сверху ссылочку на архив, как их делать, покажу. Ну, осень, думал, летом шибко некогда было рыбалки, а осенью тут были проблемы, хотел сделать осенью, не успел, поэтому просто купил две вот таких замечательных ракушки. Делает мастер, молодец мужик. Вот это у меня большие ракушки, высота, вот видите, да, от кончика до основание 1,20 м. Это большие хапуги. В разложенном состоянии будут, если по диагонали, почти 2,5 м. Но самое главное, сам механизм. Такой на коленке, конечно, не сделаешь. Видите, здесь все аккуратненько. Пружину он делает покрупнее, чем делал я. Но это не суть важно. Но здесь у него более мощная проволока. Здесь, наверное, 2 с копейками, 2 с лишним миллиметра. Продето на кольцо. И самое, что мне понравилось у него, это как делает он вот эту вот крышку, которая крепит пружины. Видите? Все там пропилы. Как она выгнута. На коленке такую штуку, наверное, навряд ли сделаешь. Надо какое-то приспособление делать. Не знаю, как они делают, не видел. Ну, капушки классные, раскрываются. Уже проверенные люди посоветовали мне этого мастера. Я у него их купил. Горят, работают отлично. Здесь тоже все аккуратненько, небольшие колечки. Видите? Так что я не знаю, если хотите заниматься изготовлением, можно сделать, конечно. Ну а так лучше ищите специалистов и купите готовые. Она получится вам не намного дороже, чем вы будете делать ее сами. Потому что хорошую проволоку, я так понял с комментариев, тяжело найти. На пружину проволоки вообще проблема найти. Так что я заворачиваться не стал, просто взял и купил. Тем более, вещь того стоит. Рыбалка только начинается у нас. Будем рыбачить. Погодка только наладится. Там метет вообще сейчас не по-детски. Дубак на улице. Завтра, если стихнет, завтра пойду порыбачу еще. Ну а вообще, рыбачить будем на хапуге. Будем ставить сети. Так что кому было, пускай не очень интересное видео познавательное, рыбы в кадре не было. Ну, начало есть, рыба будет, никуда не денется. Ну, а вы, если кому-то понравилось, подписывайтесь на канал, и ничего не пропустите. В выходные поедем, наверное, на серьезную рыбу, поедем щук на хапуге ловить, там далековато от города, другое место. Ну, а здесь еще половим, у нас шамбур еще идет, только-только начинается зима. Ну, все, ребят, всем до встречи, всем пока. Вот такие хапуги я себе прикупил. Будет видно. Вот. О, 1,20 м. Ничья сороковка на сетках.